Анонс и точно дата выхода нового 4-серийного сериала «Там, где не бывает снега». Премьера нового сериала состоится 16 октября на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. Виктория Голубева добилась в жизни всего, о чем можно только мечтать. В семейной жизни у нее сложилась прекрасная атмосфера и настоящая идиллия. Красивая и счастливая женщина сделала прекрасную карьеру, стала известной и воспитала взрослую дочь. Любимый и заботливый муж занимает высокую должность и является крупным телевизионным магнатом. Вика появляется на широком экране и выступает лицом телеканала, имеет верных подруг, купается в роскоши и путешествует за границей. Но гармония внезапно превращается в кошмарную ситуацию, и былое благополучие разрушается на глазах. В отношениях с наследницей появляются серьезные разногласия, а супруга обнаруживает мертвым вместе с предполагаемым любовницей. Судьба толкает женщину на выяснение обстоятельств случившегося. На пути к правде ее ожидают неприятные подробности и вскрывшиеся семейные тайны. Напомним, премьера нового сериала состоится 16 октября на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.